номер старый. Старыми номерами называю вещь, написанная в Новосибирске, когда был совсем еще щеглом. И этот период он занимает примерно пару лет до моего бегства в Петербург. С момента бегства в Питер и начала московско-питерской эпопеи песня уже относится к категории не ранних вещей. А этот номер был написан, баллада была написана, по-моему, в январе 83 года, мне шел 21 год. Темы такие юные, стрёмные и экстримные были мне исключительно созвучны. В частности, меня в значительной степени волновала тема суицида. И вся баллада была написана как бы как попытка противоядия некому суицидному импульсу. Называется эта песня «Колыбельная для самоубийцы». Квартирник в духе 80-х годов, просто он повышенной комфортабельности, и судя по огонькам в виде камер и щелчкам крутых зеркальных фотоаппаратов, квартирник такой высокотехногенный. А в целом, те же сердца, что и 25 лет назад. Рубимся. Колыбельная для самоубийцы. Давай,
наплевать, всем наплевать.